Мемориальный музей антифашистов в Красногорске ждет расширения. На встрече главы Радия Хабирова с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником было принято решение о разработке новой концепции для исторической жемчужины муниципалитета. Существует музей уже более 32 лет на месте лагеря военнопленных номер 27. Сегодня это единственный в России музей, экспозиция которого целиком и полностью посвящена военнопленным Второй мировой войны. Здесь собрано более 43 тысяч экспонатов, которые входят в 20 фондовых коллекций.